Всем привет! Сейчас мы на канале Банковский и поговорим с вами про накопительный счет Альфа-счет до 9% с первого месяца. Ссылочку на данный накопительный счет вы можете найти в описании к этому видео. Давайте сначала разберемся, какие условия должны выполняться, чтобы уже с первого месяца вам могли начислить до 9% годовых. Условие здесь одно, и оно является единственным. У вас ранее не должно было быть счетов именно в Альфа-банке, то есть не должно было быть именно накопительного счета. Все, других условий нет, неважно, какую именно сумму вы будете класть. То есть это все именно для новых клиентов. Если вы уже, например, открывали счет, либо вы просто хотите повысить свой кэшбэк, то в этом случае вам необходимо тратить деньги либо по дебетовой карте, либо по кредитной карте Альфа-банка, и тогда в этом случае вам также будет начисляться повышенный процент на остаток, то есть либо 8, либо 9%, но при условии, если вы будете тратить более чем 10 тысяч рублей в месяц, то есть неважно, дебетовая либо кредитная карта, то есть сумма считается за все продукты, которые есть у вас в Альфа-банке. Если вы тратите менее чем 10 тысяч рублей, то есть вы уже, например, являлись ранее клиентом, у вас был накопительный счет в Альфа-банке, то в этом случае вам будет начисляться всего лишь 4% годовых. Стоит отметить, что начисление процентов происходит в последний день календарного месяца с 20 до 12 часов ночи, то есть с 20 до 00:00 по московскому времени. А далее, что еще хочется отметить, то что ставка может быть изменена в одностороннем порядке. Будьте к этому готовы, но в любом случае вас об этом оповестят. Все контролировать вы можете через мобильное приложение Альфа-банка. Оно является абсолютно бесплатным. То есть выводить, пополнять, все это можно через мобильное приложение. Все это делается без комиссии. И, конечно же, и выводить, и пополнять деньги вы можете абсолютно в любое время. Ну и, конечно, абсолютно любой удобной для вас суммой. Ну что ж, я напоминаю еще раз, что ссылочку на данный накопительный счет вы можете найти в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала Банковский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.